Чебоксары – город, который вдохновляет. Знакомые исторические здания, узнаваемые пейзажи, уютные окраины, портреты земляков. Выставка Союза художников Чувашии – подарок чебоксарам и чебоксарцам к предстоящему юбилею. С картин смотрят люди, которых можно встретить на улицах города или даже здесь, прямо на выставке. Мне написала художница, она увидела меня в национальном костюме и заинтересовалась национальным костюмом. Ей стало интересно нарисовать элементы национального костюма и показать их народу. То есть какие бывают еще костюмы, кроме тухи и хушпу, как можно еще завязывать тюрбан. Так столица республики свела на время художника и колоритную модель. Чебоксары своим необычным ландшафтом, рекой и Волгой всегда вдохновляют людей искусства. И каждый из них находит здесь что-то свое. То, что хочется запечатлеть для потомков. Мне нравится игра контрастов. Свет-тень. Это очень, хорошее впечатление производит на публику. Какое-то тепло. Она позитивные эмоции дарит человеку. У каждой картины свой посыл и характер. Эти полотна достойны стать частью праздника. Так объясняют мастера кисти. В экспозицию вошло более 200 работ 78 художников. Среди них живопись, графика, скульптура, резьба по дереву и вышивка. Праздничная выставка «Художники» города Чебоксары расположилась в Чувашском художественном музее и будет работать до конца июля. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Как прекрасно, что...